ćemo. Рапира сразу же становилась неудобной. Поэтому сначала англичане, а за ними и голландцы вооружили моряков кортиками. Их длина колебалась от 50 до 80 сантиметров. Неплохо, да? Такое оружие могло успешно противостоять и длинным рапирам испанцев, и коротким ятаганам османских пиратов. В 18 веке такой вид морской схватки, как абордаж, почти исчез. Кортики становились все короче, пока не стали деталью морского мундира. По уставу, сходя на сушу, офицер флота обязан был всегда иметь при себе кортик. Поэтому, если гражданские говорили «я был не в своей тарелке», то моряки «я весь день был как не при кортике». В 1914 году кортики были выданы военным летчикам, видимо, по случаю того, что авиацию начали называть воздушным флотом. А когда в 1916 году кортики стали личным оружием старших офицеров, а затем и военных врачей, смущению моряков не было причины. Окончательный удар по престижу флота нанесло временное правительство, выдавшее кортики всем генералам, офицерам и военным чиновникам, за исключением кавалеристов и артиллеристов. С тех пор кортик перестал быть исключительно атрибутом моряков. И все-таки каждый такой клинок хранит память о своих бесстрашных морских предках. Кажется, еще немного, и мы сможем расслышать хлопанье парусов, грохот пушек и грозное абордаж. Кортик футбола особого назначения. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда». Писать, пока голод не вытеснил все остальные чувства. Творить, покуда лихорадка щадит остатки сознания. Не остановиться на полуслове. Успеть рассказать о том, что видел, и о том, чего лучше не видеть вовсе. Константин Паустовский. Повесть о жизни. Том 6. Книга скитаний. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда». До 5.